Ежегодно в майские праздники подмосковную систему 112 переводят в режим повышенной готовности. 28 апреля по 9 мая операторы службы спасения приняли более 400 тысяч вызовов. Большинство заявителей нуждались в скорой медицинской помощи, обращались в полицию ГИБДД, а также в пожарную охрану и аварийную газовую службу. Подмосковная система 112 остается самой масштабной в России. В ее работе задействовано около 4 тысяч специалистов, включая психологов, лингвистов и сурдопереводчиков. Позвонить по номеру 112 можно круглосуточно.